Всем привет! Вы на канале Необъяснимое, и с вами Дмитрий. Сегодня вы увидите самые жуткие видео в интернете, на мой взгляд, которые я нашел на этой неделе. Ну что ж, погнали! Следующее видео нам показывает вход в подземные туннели в Саудовской Аравии. Первоначально он был размещен на YouTube телеканалом BizMax TV в августе 2019 года. Согласно описанию к видео, в подземелье обитают призраки. И знаете что, это действительно похоже на это. Из глубины доносятся ужасающие крики. Визуально это похоже на бункер или какой-то колодец. Есть лестница, ведущая глубоко вниз. Оператор читает священную молитву, в то время как из глубины в фоновом режиме доносится страшный визг. По мере того, как истошные крики продолжаются, автор не прекращает читать молитву. Но мы не знаем, что может твориться в этом проклятом бункере и почему оттуда исходят такие звуки. Некоторые в комментариях говорили, что это одна из самых страшных вещей, которые они когда-либо слышали. Другие говорят, что это не подделка, а лестница, возможно, ведет в секретную камеру пыток. Ютубер-псайхик Афродэнсер предлагает две интересные теории. Одна предполагает, что это обычная лисица вперед, но вы понимаете чего. Если вы когда-нибудь слышали звук этого животного на охоте, вы можете действительно понять эту теорию. Но вторая теория больше подходит тем из нас, кто склонен к паранормальным явлениям. Если вы верите в джиннов, джинны — это духи, демоны или сверхъестественные существа, которые появляются в исламской мифологии. Эти существа похожие на людей, поэтому они не злые по своей сути. А слово «джинн» означает «скрывать». Видите ли, некоторые предполагают, что «джинн» означает «существо, скрытое от чувств». И это не преувеличение. Считается, что джинны возникли как злобные духи, изменяющие свою форму. Их можно встретить в нечистых местах, пустынях и мрачных и темных подземельях. Верующие часто пытаются защитить себя от джиннов. Неужели это джинны так истошно вопят в этой страшной дыре? Но все, что я знаю, так это то, что я ни за что бы не спустился туда, когда звучат эти звуки. Следующее видео было снято в 2016 году и в июне появилось на канале Handle Bandle. Автор утверждает, что это видео ему прислал анонимный подписчик. Ролик начинается с того, что молодой человек находится в своем гараже и рассказывает, что они запасли там еду, но кто-то ее рассыпал и раскидал. Также оператор сообщает, что то, что сюда проникло, наделало дыр в коробках. Также он говорит, что возможно ему удастся записать зверька злоумышленника на свою новую камеру. Далее автор поднимается на второй этаж и говорит, что здесь чаще всего слышны шумы. То, что он услышал сейчас, не похоже на те шумы, которые были до этого. После чего берет фонарик и отправляется исследовать. Он говорит, что я не знаю, как описать этот звук, но что-то определенно похоже на то, как кричит птица. После чего он слышит звуки, как будто кто-то бегает по крыше или по ступенькам. Изначально подумал, что это просто белки. Thank you.
медленно выходит на задний двор. Когда он наводит камеру на крышу, мы можем видеть это. Эй! Оператор находится в растерянности и недоумении, но все же что-то тянет его исследовать дальше. Но существо пропало из виду. The fuck, where'd it go? What do you think? Should I go out there? No, no, please. Is there something on the roof? I gotta figure out what it is. Like, we can't just leave it up there. It can climb in the window in the middle of the night and kill us. I don't know. Он сообщает, что ему обязательно нужно найти это существо, потому что оно может проникнуть к ним ночью и напасть. Автор взбирается на крышу через окно и продолжает свои поиски. I don't know where the hell that thing went, but it's gone off the ridge. Sorry, it's gonna be shaky. Gotta get out there somehow. На крыше очень темно и жутко, и создается ощущение, что вот-вот что-то выскочит на него. По крайней мере, в этот момент мне было бы очень жутко. Но все-таки, как думаете, ему стоило вызвать полицию? Неожиданно он опять видит смотрящее на него существо и убегает. На этом видео заканчивается. А теперь давайте разберемся, что это может быть. Если смотреть с скептической точки зрения, то я думаю, что возможно кто-то из его друзей надел маску и не сняли это видео для хайпа. Но когда мы подробно рассматриваем существо, то мы можем видеть, что оно не очень похоже на маску. При его увеличении мы видим, что кожа очень реалистичная, как будто бы это криптид, а не человек. Маска бы создавала видимость того, что это действительно надетая на лицо маска. Но если это не подделка, что это может быть? Для тех, кто верит в теорию о пришельцах, то это существо вполне может быть гостем с другой планеты. Но что оно несколько дней делало в гостях у этого парня? Возможно, существо искало еду. А может быть, это какой-то неизвестный науке криптид? Вариантов может быть много, но пока его не поймали, мы так об этом точно сказать не можем. Напишите свои мысли в комментариях, что это может быть. Но однозначно могу сказать, видео действительно жуткое. Если вам нравится мое видео, у вас есть ровно 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокольчик. Поехали! На видео следующего автора мы видим, как он запечатлил странные шары света. С тех пор, как была изобретена камера в конце 19 века, было снято очень много шаров. Но в большинстве случаев это было связано с отражениями, насекомыми или пылью. Это видео было загружено на YouTube пользователем Redstone, и оно заставляет зрителей спорить, что же было запечатлено на камеру. Идеи были разные, от падших ангелов до НЛО. Ролик показывает кадры, снятые изнутри квартиры. Небо совсем серое и погода дождливая, хотя на горизонте мы можем видеть некие странности, а именно большой и очень яркий шар света. В один из моментов кажется, что свет быстро расширяется и приближается прямо к окну, после чего отступает обратно.
Несколько мгновений спустя неоднозначная черная фигура, кажется, была выброшена из светового шара. По своей форме напоминает палку. Хотя при ближайшем рассмотрении мы видим, что он, скорее всего, исходит из-под шара света и идет дальше. Затем свет еще раз увеличивается и близится к окну, прежде чем развеивается. И обратно превращается в маленькое пятнышко. Теории были совершенно разные. Также скептики сказали, что это просто отражение света от стекла. Но, как я уже говорил до этого, некоторые предположили, что это НЛО или шаровые молнии и даже падение ангела. Кто-то даже вспомнил теорию заговора. Расширение и отступление света, безусловно, интригует. Стоит посмотреть еще раз. Но человек, снявший видео, так и не объяснил, каким, по его мнению, был этот свет. Неизвестный черный объект, который вылетает из-под шара, тоже кажется загадочным. Так что же здесь могло происходить? Дайте мне знать, что вы думаете. Напишите, пожалуйста, комментарии. Друзья, спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий, канал Необъяснимое. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь. И да, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать крутые видео. Также я буду вам очень благодарен за лайки, ну или дизлайки. Всего вам доброго.